Лекция на тему проведения правила проведения допроса. Допрос состоит из нескольких этапов. Первыми, что вы должны сделать, это узнать личность допрашиваемого. После этого агент должен выяснить необходимые данные о личности допрашиваемого и убедиться в наличии или отсутствии факторов, способных влиять на его позицию в уголовном деле. Содержание его показаний свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент получения сведений, относящихся к предмету допроса, присущих ему особенностях запоминания увиденного или услышанного и прочее. Допрос по существу целесообразно начинает с предложения рассказывать все известное по делу, предоставляя допрашиваемым возможность самому определить круг обстоятельств, по которым он готов дать показания. После рассказа допрашиваемый один из агентов задает ему уточняющие контрольные вопросы, чтобы добиться получения максимума интересующих его сведений и убедиться в достоверности сообщаемых данных. Лекция окончена. Вопросы есть? Шон, Вейн, есть вопросы? Нет. Вроде нет. Робинзон. Не. Кто там говорил, что про допрос? Это допрос подозреваемого, да? Да. Правило допроса подозреваемого. Что? Допрос свидетеля немного по-другому, да, проводится. Свидетеля, да, немного по-другому. Так, жестко. Там свидетеля легче, чем